официальная Москва намерена пригласить и Азербайджан на совместные российско-китайские военные учения, запланированные на конец 2019 года. Об этом заявил главнокомандующий войсками Национальной гвардии России генерал Виктор Золотов. По его словам, эти учения станут одной из самых больших событий в международной деятельности войск Национальной гвардии России. Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан будут приглашены на учения в качестве наблюдателей. Сотрудничество в этой сфере в крайней степени актуально, подчеркнул генерал. Приглашение Азербайджана на такие широкомасштабные учения стали причиной серьезных волнений в Ереване. Армянский аналитик Карен Амбарцум пишет, что стратегические союзники Армении предают их. Азербайджан не единственная страна, которая приглашается на эти учения. Однако сам факт присутствия Азербайджана и Узбекистана среди приглашенных стран, то есть стран, не являющихся членами ОДКБ, не может не беспокоить Ереван. Приглашение Азербайджана на российско-китайские военные учения не вмещается в логику сотрудничества в рамках ОДКБ. Естественно, что Азербайджан не личный выбор Золотова. За этим процессом стоит президент России Владимир Путин, и он делает все, чтобы завоевать доверие Азербайджана. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко находится в Баку, и известно, что эта леди принесла предложение высокого уровня от Путина Ильхаму Алиеву. Эти предложения не раскрываются, но то, что они направлены против Армении в Нагорно-Карабахском вопросе, не секрет. Кремль уже не скрывает своего недовольства новым руководством Армении, утверждает армянский аналитик.